Поражением нашей команды закончился напряженный хоккейный матч автомобилиста и ярославского «Локомотива». Со счетом 3-4 уральцы упустили победу буквально на последней секунде овертайма. На протяжении всего матча борьба была напряженной. Автомобилист открыл счет уже на 6-й минуте первого тайма. Гол забил Денис Соколов. Вторая шайба оказалась в воротах соперника уже на 8-й минуте. И только в конце первого периода гости забили ответную шайбу. Следом «Локомотив» сравнял счет 2-2, а затем вышел вперед 2-3. Матч получился непростой. На площадке было много удалений за грубую игру, но все же на 51-й минуте Станислав Жмакин сравнял счет 3-3. Все решилось в овертайме. Автомобилист остался в меньшинстве, и за секунду до окончания дополнительного времени уральский голкипер пропустил решающую шайбу.